передать ветеранам поздравления от волжан. Городские волонтеры записали поздравления прохожих фронтовикам, которые затем будут доставлены адресатам. Обычные люди на улице сказали много добрых слов в адрес ветеранов и участников войны. Сначала небольшой инструктаж, после которого волонтеры, вооружившись штативами и фотоаппаратами, вышли на улицы Волжского. Можете передать лично привет и поздравления ветеранам. Хочу выразить огромную благодарность всем ветеранам, благодаря которым мы сейчас живем в такое мирное время. Огромного вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо вам за победу. Почти никто из волжан не отказался от участия в акции. Ее инициаторами выступили волонтеры одного из городских молодежных центров. Пожилые люди, школьники, женщины и девушки. По словам организаторов, в этом деле важен голос каждого. Спасибо нашим ветеранам за победу, за то, что они сделали для нас. Желаем крепкого здоровья, чтобы не болели. Каждое послание найдет своего адресата, уверяют организаторы акции. И они потом смогут увидеть на всех праздниках, которые будут проходить у нас в молодежном досуговом клубе «Фантазия» и на других мероприятиях городских. Они смогут увидеть эти поздравления, пожелания жителей города Волжского. Ну и кроме того, эти видеозаписи будут опубликованы в группе в социальных сетях, которые посвящены деятельности волонтерского корпуса 70-летия Победы. Кстати, некоторые школьники и студенты уже записали поздравления заранее. Пока у активистов есть более 30 видеообращений, и эта работа продолжится. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».